Всем привет, доброе утро. Время уже 10. У меня здесь классика жанра. Черный чай и тост с маслом и малиновым вареньем. Что-то мне захотелось на завтрак такое. Вру, на завтрак мне захотелось ппшные блинчики, но у меня закончился кукурузный крахмал. У меня есть кукурузная мука, но из нее блинчики не такие вкусные и не такие нежные. Ну ничего. Будем с тостом есть. Обязательно в чай наливаю холодной воды, чтобы не стоять и не ждать, пока он там остынет. Так что все. Пью чай. И идем с Чарли гулять на улицу. Хотя он уже на улице. Наверху там принимают, наверное, солнечные ванны. И пока тихонечко позавтракаю. Хотя, знаете, у него есть такое, не знаю, анюх, как у собаки. Я завтракаю всегда в зале, перед телевизором, как, наверное, большая часть населения планеты. Так вот, когда я только сажусь и подношу тост к рту, он уже сидит и на меня смотрит, где бы он ни был. Такая вот у него собачья натура. Смотрите, если вы мне не верите. Я еще даже к рту его не поднесла. Вот как так можно? Откуда ты знаешь, что я пойду буду кушать? Откуда? А? Все, будет сидеть смотреть на мой тост. А? И такой горячий такой весь. Принял солнечные ванны. Такой горячий весь. Да? Сейчас гулять пойдем. А еще каждое воскресное утро я смотрю передачу про то, как дрессировать собак дома. Не знаю. Мне нравится. Раньше смотрела Цезарь Миян, по-моему. Такой есть. Знаменитый довольно-таки этот интренадор. Дрессировщик. Вот. С Америки. Он латиноамериканец. И вот мне его нравилось смотреть. Кстати, многое я от него на примере сделала, да, и вот сейчас вышла испанская версия, вот его тоже смотрю, ну, это буквально минут 20, пока позавтракала. Мы уже позавтракали, да? Да, моя рыба. Сейчас одеваемся, идем гулять, потому что время уже 15 минут 11. Вот про кого я смотрела, смотрите, видите, я его обожаю, он так все доступно объясняет, все понятно. Вот, Цезарь Миян. Правильно я все-таки сказала. Да, и благодаря ему я тебя всему научила. А знает он у меня немало. Да? Вообще у меня Чарли мой самый умный. Самый-самый-самый. Хватит болтовни, идем гулять. Такая любовь у меня. Такая любовь неземная вообще. Было. Камеру дома. Куда-то зашла. Здесь вообще зона такая. Ой, как же ее назвать-то? В общем, господи, ну как же ее назвать-то? Эту зону. Защищенная, что ли? Здесь вроде флора и фауна, всякие птички. Болото какое-то. В общем, представляете, я сюда шла. И тут открыто. Вообще, я знаете, для чего шла? Туалет найти. Вот. Я думала, что здесь всегда закрыто, а здесь открыто. Смотрите, написано тишина. Интересно. Я думала, тут закрыто. Блин. Может быть, здесь так красиво. Хорошо, хоть телефон есть. Вообще написано, что с собаками типа нельзя. Тут же все равно никого нету. Хотя вот там люди гуляют. Просто у пляжа очень холодно, ветер ледяной. Смотрите, видите, ручейки тут. В общем, красиво. Сейчас вам тут немножко наснимаю, если вам, конечно, нравится. Вот, смотрите, видите, что находится чарка. Это типа болото. Вот всякие животные. Змеи. Змеи я не люблю. Тут, короче, что, одни змеи, что ли? Блин, а туалет здесь есть. Мне самое главное... Посмотрите. Хотела что-то увидеть куда-то. А вышли вот на такие красивые места.
сказали, что здесь с собаками нельзя. Не очень-то я понимаю, почему. Потому что вроде бы как природа. Собаки части природы. В общем, ну, как бы против законов-то не пойдешь. Поэтому вернусь. Не солоно нахлебавшись. В поисках туалета, блин. А все. Ну, вообще так интересно. Только без собаки я не пойду, потому что как бы это как прогулочная зона, да, на свежем воздухе, природа, лес, да. И нельзя с собакой. Я немножко не понимаю, почему. Ну, законы не мы писали. Возвращаемся обратно. Сегодня ветер довольно-таки прохладный. Ну, ничего. Мы тут между домами, и народу много. Особенно дети на велосипедах и на всяких этих топелигру. Опасность. Ух ты, какая собака. Смотрите, класс. Вообще. Классная какая. Обалдеть. Белая такая. От нее, наверное, шерсти столько. Такое у нас море. Голубое. Ой, все. Идем дальше гулять. Хочу в русский сегодня съездить к Кристине. Может быть, снимаю, может, она мне разрешит. Вам русские продукты, какие у нее есть. Мне мороженку хочется в вафельном стаканчике. Ну, тут раз присылала, у нас группа есть по WhatsApp с ней. Она присылала, что у нее есть. Если не все разобрали, ностальгия у меня. По мороженке в вафельном стаканчике. Воду сильный шторм был опять. Смотрите, сколько воды затопило волнами. Там что-то происходит, но я не пойму, что столько народу много. Я туда не пойду, мне что-то неохота. Где? Вот, видите? Что они там? Вообще, когда рыбу ловят, какие-то соревнования эти рыбные. В общем, все собираются. Смотрите, сколько много воды. Затопило. Что они там, дети, много детей. Хотя, знаете, а вдруг что-то выбросило, а я и не в курсе. Потому что что-то этих не видно. Как их удочек. Или видно. Блин. Хочется и кольца. Ну ладно, пойду, наверное, посмотрю. Рябочек учит рыболовным, рыболовный, как это называется, это спорт, не спорт. В общем, рыбу ловить. Больше ничего тут нет. Рыбу ловят. Конкурс, наверное, какой-то. Или детям объясняют, как рыбу ловить. Ну, что-то в этом роде. Так что все. Идем назад. Не будем им мешать свою рыбу ловить. У тебя все везде красиво. Вот смотрите, какая у Кристины красота. Даже ложки деревянные. Нам не надо никуда ехать. У нас все есть. Вот так вот. Ой, у тебя везде все. Прибавление. Тебе нужно расширяться, тебе нужен второй этаж. Мне террасу дали. О, ну вообще, ой, гляньте. На террасу выставить. Гляньте, что у ней тут есть. О, блин, на свет не видно. Еще камеру забыла, приходится на телефон. Ой, такие прикольные, они что, не останавливаются или они на батарейках? Нет, они от солнца. Ух ты, в подарок вообще супер. Ну да. Класс, а это что такое? Прыгалки. Какая красота. Ну, у тебя тут 15 видео можно снять. Я по-быстрому. Я вот вкусняшки. У меня вот тут вкусняшки. Я уже даже забыла, зачем я приехала. Я хотела... Что хотела, вернее, я там уже мне взяла. Зефир вот я бы с удовольствием сожрала. Съела. Не знаю, может, кого-то раздражает слово «сожрала». Так. Тут вот поросятки у нас есть. И наклеечки, видите, все есть. Чебурашка, дружочек. Кашки, малашки. Так, это нет. Вот. Даже палочки кукурузные. В общем, у нас не надо никуда ехать, у нас все есть.
все есть. Козинаки. Ой, даже вот смотрите, аскорбиновая кислота с сахаром. Ну, обалдеть. Вот этого я тоже не видела. Вот эти, кстати, вкусные. Рахат лукум. Или просто лукум. В общем, вы поняли, да? Я приехала за цветной, за капустой. Как она там называется-то? Этот магазин находится в Альмунекаре. Это 20-30 километров от нас. Я хотела Левушку взять. У нее есть, интересно? Есть, я видела однажды. Вот она, Левушка. В пакетике вот так, чтобы расфасованный. Вот. 4 евро. Я не знаю здесь сколько. Грамм 200, наверное. Левушка с чаем. Вкусно же? Вкусно. Кириешка. И сейчас еще, знаете, что мороженое возьму? Это лимонное, что ли? Я не пойму. Что-то он какой-то... Наслаждайся с пользой. Лимонное, что ли? Не пойму. Клара де Хуйвен. Почему-то зеленый. Там вот белый, вот розово-белый. А это что? Так. А, дынный. Это дыня. А это у нас... А это яблочный обычный. Сушки. Горох. Горох у меня, по-моему, есть. Гречка. У нее, в общем, здесь все есть. Там у нее еще в холодильнике орешки. Сгущенка. Кисель. Кисель, по-моему, да? А, нет, печенье земляничное. А кисель что, нету? Я 100% есть. Только вот где? А, вот он. Вот, смотрите. Натуральный для варки, пожалуйста. Натуральный. Натурпродукт. Черно-смородиной. Ну, вообще. Так что, видите, как здесь? Всего да всего. Ну, помимо русских продуктов, там у нее еще спакинские всякие чучи есть. Антибот, смотрите, какие рюмочки в подарок. Зашибись. Так, ладно, я возьму Левушку. Блин, зефир брать, не брать. Потом буду жалеть. Нет, я возьму конфетки. А зефир в следующий раз. А, и сырочки можно взять. Сырочки, сырочки. В общем, вот так. Мороженое. Ням-ням. Ням-ням. Вот смотрите, где находится вот крест. Знаменитый Альмунековский. А вот написано. Дульсе Сабрина. Это у нее дочку так зовут. Прямо на пляжике. Видите? Там просто наверху крест такой. Его не видно с этой стороны. Народу много. Та-дам! Вкусное! Вкус детства. Моя рыба сидит, смотрите, как сидит в окошко, смотрит. А это моя ляпа. Взяла капусты морской и конфеты Левушка. Типа, смотри, моя рыба такая. Давай сейчас домой поедем. Да. А это что я купила в русском? В принципе, ой, что так близко? Конфетки Левушка, морская капуста. Все. Ну и, естественно, мороженое в стаканчике, которое я уже слопала. Так что сейчас будем думать, что будем кушать. Или куда-то, может быть, свалим. В общем, будем думать. Вот почему муж какие-то там дела, и он не отвечает, на связи не бывает. В общем, я... У меня сегодня пельмени
на обед. Закинула химический кубик, пельмешки, которые сама лепила. Сейчас закину лавровый лист. Сметанка у меня еще осталась. Что нам еще нужно для счастья? Так что будет сегодня у меня на обед пельмени. Вкуснотища. Приготовила зеленый чай. 2 дольки шоколада. Сейчас будем пробовать. Кислая вишня и перец чили. Очень интересно. Ни вишни, ни перца не нахожу. Может, побольше откусить. Ну да, что-то сжечь начинает. Угу. Ну, такое ощущение, что, знаете, что чай горячий, когда пьешь, он вот так обжигает и все. А так, чтобы в какого-то вкуса странного вообще нету. Как будто чаем горячим запиваешь и все. Так что обычный шоколад. С муссом внутри. Ну и чуть-чуть горит там, знаете, как. Как говорю, как горячий чай запиваем. Так что ничего необычного. Даже я, знаете, как это сказать-то, я разочарована. Я ожидала большего. Хочу попробовать шоколад с морской солью. Я его там тоже видела. Это вообще не... Это вот я точно не представляю. Надо попробовать. Мы уже здесь. Поотдыхали, сейчас еще будем отдыхать. А что еще делать в воскресный вечер? Да, Чарли? Так что я включила камеру только лишь для того, чтобы с вами попрощаться. До завтра. Завтра у меня планируется... Вот вы увидите завтра, что у меня планируется. Так что все, друзья. До завтра и всем пока-пока!